как добраться до площадки мероприятия. Участники и представители СМИ могут доехать до площадки на бесплатных шаттлах, на автомобиле, арендованном у оператора транспортного обслуживания мероприятия, на личном аккредитованном автомобиле. С актуальным графиком движения шаттлов можно ознакомиться на сайте мероприятия и в любом информационно-сервисном пункте. Точное время и место отправления шаттлов вы можете уточнить у транспортных координаторов, которые дежурят в местах отправления шаттлов. Для удобного передвижения по городу и проезда к площадке мероприятия вы можете арендовать автомобиль. Ознакомиться с тарифами и подать заявку на аренду можно в личном кабинете. Для проезда в зоны с ограниченным доступом необходимо аккредитовать автомобиль и получить транспортный пропуск. Подать заявку на аккредитацию автомобиля можно заранее в личном кабинете. Транспортный пропуск является индивидуальным для каждого автомобиля и привязан к его реквизитам – марке, модели, регистрационному номеру и правам доступа на площадку мероприятия и парковки. Внимательно изучите информацию о доступе на вашем транспортном пропуске. На неаккредитованном автомобиле и такси вы не сможете проехать в зоны с ограниченным доступом. Пожалуйста, заранее ознакомьтесь с информацией на сайте мероприятия, чтобы узнать, где расположена зона посадки-высадки из неаккредитованного транспорта. Также вы можете доехать на неаккредитованной машине до любого объекта, от которого до площадки курсирует бесплатный шаттл, и добраться до площадки на аккредитованном шаттле.